Здорово. Здорово. 20 лет. 19. 20 скоро. Да? Павел. У деда вас видел. Где, не помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Иди сюда, садись к нам. У нас тут тесное творческое место. Вот. Подавал. Здравствуйте. Осень громко льет слезы. Мне твое письмо порвать бы, лучше б не читал вовсе. Лучше б не читал вовсе. Здесь есть еще. Опять я тебя, Тань, привез куда-то в пустыню. Все. Опять ты где-то далеко со мной. Никого вокруг нет. Звучит как-то страшненько. Ну да, я сюда еще страшную музыку текст поставлю. Маяка. Со мной никого рядом нет. А потом все подписчики такие: где вы нашли эту локацию? Как... Липсы, да? Да. Видно как-нибудь там вообще, нет? Отражателем надо. Ты взрослая, держу я тебя под звездами. Хотел. Ты взрослая. Какой сегодня? Буйный. А он после пирожка с картошкой. Не хочу, мокрым не хочу. А что это тут делаете, а? А ты? А вот тут значит чуречку. А с вами можно? Ведется документальная съемка. Так, а я такой сзади стою. Сзади стою. Вот так вот еще дай. Вот так вот. Я уже не помню, что это. Ты Яша. Это Яша. Мне напомнили. Кинобомжатник превращается в звездный автомобиль.
Грим Вагин. Звездолет. Конечно, звездолет. Сейчас со звездами полетим. Да. Наш репортаж с кинобомжатника продолжается. Можно доехать до дома Пугачёва. Вот я не знаю, ну вот такие как бы глажи очень вкусно будет, я точно знаю, потому что Юрий Голов, он шеф-повар ресторан «Бедовой». И в общем, он любит, согласился, а правда. Так, ребята, стоп, снято! Стоп, снято! Надо показать Макса. Ты ж один из главных сегодня, блин, был. Кто если бы не Макс, вы бы все девчонки бы были сегодня несчастными. Все дело. Так что сделайте фотографию всех девчонок с Максом лучше, а не с Таней сейчас.